след, оставляя свою жизнь на потом, которой в сущности нет. И ты вплетаешь ее в строку, но все это самообман. Видимо, кто-то там наверху так написал это вам. Когда ничто не радует и ничего не ждешь, знай, чтоб увидеть радугу, нужно переждать дождь. Под зонтом, но что-то внутри тебе мешает опять, оставляя все на потом. Ты плывешь по течению вниз, а так хотелось наверх. Дождливой осени новый каприз, незаметный успех. Когда ничто не радует и ничего не ждешь, знай, чтобы увидеть радугу, нужно переждать дождь. Следующую композицию хочу посвятить всем тем, кто очень любит поисковик Google. Об этом композиции называется «Важно, что ответит она». Всего на свете, и то, что лишит тебя сна. И, конечно, не важно, что Google ответит, важно, что ответит она. Ты улыбнешься, смущенный слегка, ведь тянет к ней, как магнит. И будешь ждать от нее звонка, она все не звонит. Возьмешь телефон, забьешься в угол, гадать, в кого она влюблена. И, конечно, не важно, что ответит Google, важно, что ответит она. Но однажды под вечер так сложатся звезды, вы в кафе за одним столом. На самом деле все не так уж и просто, но сейчас не о том. А ты готов был отдать все на свете, чтоб вечер этот выпить до дна. И, конечно, не важно, что Google ответит, важно, что ответит она. Thank you.
Спасибо. Знаю, как я получаюсь на фотографиях, все время хочется как-то попозировать. А то потом после каждого так смотришь, то рот открыл, то как-то глаз прищурил. Меня тяжело поймать, очень мимики много. Поэтому я всегда кланяюсь тем фотографам, которые умудряются как-то меня более-менее поймать адекватного в изображении. Следующая композиция здесь не звучала еще, если я не ошибаюсь. Это о конфетно-букетном периоде, который, мне кажется, каждому возрасту и каждой паре покорен, да. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, да, когда все это, все на высоте. Композиция называется «Торопить события». Такая тишина прям как-то пугающая. Начинать сначала конфетно-букетный период. Она с тобою полдня знакома и знает все твои мысли. Ты проводил ее до дома, и вы на этом этапе зависли. Зависли, зависли. Вы на этом этапе зависли. И тебе, конечно, этого мало. Ты ожидал другого развития. Она, улыбаясь, сказала: давай не будем торопить события. Давай не будем. Ты смотрела, как падают звезды, и прошептала: загадай желание. А у тебя оно одно и просто. Ты перестал верить в обещания. Но ты ее этим не обидел. Она не помнит всего, что было. И пока никто не видел, свой поцелуй она тебе подарила. Но тебе, конечно, этого мало. Ты ожидал другого развития. Она, улыбаясь, сказала: давай не будем торопить события. Давай не будем торопить события. Давай не будем. Втором куплете напутал. Я говорю, если вдруг Дима решит эту композицию куда-то потом включить. Ну, все бывает, новые вещи. Но на ходу всегда придумываю. Следующая тоже из свежих. Родилась она у меня в начале лета этого. Это своего рода такой шуточный подход к песне. И, может быть, знаете, как рецепт о том, как испортить лето. Вот так вот, как бы, да, от Юрия Цызова. Но песня о неразделенной любви, поймете, как испортить лето. Проснулась, ты улыбайся, бедом назло,
чтобы удача не отвернулась, чтобы однажды тебе повезло. Ты посмотри, какое классное лето, на мгновение остановись. А если захочешь испортить это, безответно в кого-то влюбись. Знаю, любовь — это светлое чувство, и от нее ты не убежишь. Но отчего так печально и грустно, если себе ты не принадлежишь? А так хотелось свободы и света, который в тебе не гаснет никак. И пусть помогут найти ответы доброе сердце и уверенный шаг. Посмотри, какое классное лето, на мгновение остановись. А если захочешь испортить это, безответно в кого-то влюбись. Ты посмотри, какое классное лето, хоть на мгновение остановись. А если захочешь испортить это... Просто влюбись. Ну и, наверное, в завершение дадим, если... Не хвастаюсь, но молчать тоже об этом не стану. Именно вчера вышел фильм «Рок-волна 2», где, собственно, я снялся, и композицию, которую я завершу сегодняшнее выступление, она вошла в этот фильм. Если кому-то интересно, на Ютубе он уже есть, скоро DVD выйдет, но это было в Питере съемки. Как-то я полюбил этот город за последние 2-3 года, и что-то уж очень много там творчества туда оставил. Композиция называется «Новый контакт». Есть у меня еще четверостишие перед, как эпиграфом, да? Когда в воздухе пахнет новой весной, так прекрасны эти мгновения. Но удали из контакта аккаунт свой, и никто не вспомнит про твой день рождения. Дела, виолончелистка собиралась, но походу проспала. Вся жизнь как по нотам, не пропустить бы из-за так. Я пойман в эту сеть, нужен новый контакт. Я помню, было время, мы меняли подруг, и среди сотни знакомых был единственный друг. Так легко было верить и несложно доверять, без причины смеяться, без сомнений мечтать. Мы спорили о вечном, мы дышали жизни в такт, а теперь попали в сеть, нужен новый контакт. Вроде все отлично, мама, вроде все окей. 700 друзей ВКонтакте, и ты в курсе новостей. Но где твои мечтания, где улыбки подруг?
месте, где, скажи на милость, тот единственный друг. Ты не думаешь об этом, почему это так? Ты просто пойман в сеть, нужен новый контакт. Спасибо для вас, свои песни, Лаурия Арцизов. Спасибо за поддержку, за аплодисменты.